Научиться определять размеры любым фотографиям, то есть не только там.
второй – это хотела бы создать в компьютере программу, которая нам помогала бы все учить. В-третьих, хотела бы, конечно же, научиться строить, моделировать памятники, потому что, как мы знаем, вот эти модели состоят из простых геометрических фигур, принт, пирамид, параллелепипедов, а памятники, они состоят из очень сложных фигур, которых нет просто геометрии. Надо уже обращаться в тригонометрии, чтобы И вот мы в дальнейшем бы хотели, конечно, выставить памятники, которые имеют в этой же коллекции. Минусы, например, и Вот, будут фотографии. По размеру вы потом проверяли. Справочники сохранились. Дело в том, что они и сохранились. Крепость Дарина и было засекречено. Все чертежи. Ваши размеры нигде не известны. Вот мы предложили три способа и сравнить, и из каждого способа мы вычислили размер. Потом мы сравнили. И получилось все приближенно. Ну и дальше следующий шаг, как вы сказали, да, что вы хотите какую-то программу написать. А как вы вот, для себя рассчитываете, для кого эта программа будет направлена, кто ее будет пользоваться? Эта программа, я думаю, сможет пользоваться не только мы, но и практически все. То есть мы ее можем поместить вот в это вот сообщество, и она будет доступна всем. Ну, вот когда вы пытаетесь что-то предложить, да, у нас же множество конкурентов всегда есть, которые, люди, которые делают то же самое. Вот за счет чего, как вы считаете, ваша программа могла бы обойти конкурентов? На что вы будете делать ставку, скажем так? Так, чтобы большее количество людей на вас обратили внимание и поняли с вашего разработчика. То есть для моделей в интернете мы, у нас они уже сделаны, и за счет них люди, может быть, приступают пользоваться нашим. Другие еще объекты, кроме Брестской крепости, конечно, спросили. Ну, там, правильно, что любой с помощью использования наших памятников, с помощью наших способов может установить любой разрушенный памятник. Вот оставили же фотографии, разрушают памятник специалисты, и их можно будет установить, потому что фотографии остались. Ну, для того, чтобы установить, как минимум две фотографии понадобятся. Вот, вот в чем любой памятник, любой памятник можно с фотографией восстановить. Ну, конечно, и живут. А что самое интересное для вас? Интересное для меня было продукт строить 3D-модель. Знаете, когда я съездил в первый раз в крепости, она позвала на нас обратно большой пустыни, и она захотела внести свой пусть небольшой вклад. Если мы там подвиги. Мы задумались, как это сделать. Вот окнулись в интернете на сервис, да? Узнали то, что можно строить модель. Тогда начали уже покупать. Что было самое сложное? Самое сложное было это определить размер, потому что ничего не могу выйти. Собственно, сама задача и сами не было сложно. Да. Сколько на по времени у вас? За сколько? Знаете, этой темой мы давно занимаемся, года 3, копаем все, усовершенствуем. Сначала мы сделали только одну модель и один способ, мы полностью задумались, почему правильно. И начали дальше. И так три способа. Построили уже мост, через конструктор, казарму, участок кольцевой казармы. Сейчас собираемся. Все чисто по фотографии. Да. Вот эти люди там начали. Интересно, особенно там, какой-нибудь там, майяйский город с пирамидами. Ну, это просто то, что приходит самому фотографии. В Брестскую крепость можно еще съездить посмотреть. Есть места, которые настолько удалены, что это даже просто невозможно попасть. Не знаю, заметили вы или нет, недавно прошла новость о том, что один
школьник из, по-моему, из Канады, вычислил местонахождение еще одного города Майя. Он предположил, что они должны каким-то образом располагаться по созвездиям, и он нашел положение. Если бы с вашей... Если мы берем фотографию, видим на ней джунгли, но какие-то углы, непереперные камни, непереперные здания. Мы берем ретушируем фотографию, вычищаем то, что на раскопках заново там стоит. И понимаешь, просто, что да, вот здесь, вот здесь, вот, да, вот здесь вот должна быть какая-то... Дальше просто устанавливаем геометрию, как это. Спасибо вам. Спасибо.